Дорогие предприниматели, от имени Комитета по содействию профессиональному бизнес-образованию Торгово-промышленной палаты, от лица всех преподавателей и студентов Российского экономического университета имени Георгия Валентиновича Плеханова поздравляю вас с Днем предпринимательства. Наш университет – это первое высшее учебное заведение, которое было создано в начале прошлого века предпринимателями для развития своего дела. Мы гордимся важной миссией, заложенной основателем вуза, также видным московским предпринимателем Алексеем Семеновичем Вишняковым. Мы были и будем стараться быть центром предпринимательского образования в стране. Бизнес – это не просто часть экономики, которая вносит вклад в общее благосостояние, которая вносит рабочие места. Бизнес – это часть экономики, которая делает богатым и государство. При этом предприниматели – носители важных для общества ценностей, трудолюбие, стремление к независимости, вера в собственные силы и возможности. Ситуация с пандемией показала, что предприниматели, помимо всего прочего, являются еще и очень сплоченным сообществом. И мы считаем, что на самом деле вот эта сплоченность, желание выжить в этой непростой ситуации, действительно приведет нас обязательно к положительным результатам. Поздравляю всех предпринимателей с праздником. Мы, плехановцы, всегда с вами. Мы за бизнес.